MasterCard. Международная финансовая корпорация интересуется технологией блокчейн. Бюро регистрации патентов и товарных знаков США опубликовало 4 патентные заявки от MasterCard на технологию блокчейн, которые направлены на способы и системы авторизации, обработки и обеспечения транзакций на основе блокчейн. Компания MasterCard заявила, что симбиоз блокчейна и существующей технологии оплаты пойдет во благо тем, кто проводит цифровые платежи. CoinIdle.com сообщает, по-прежнему неизвестно, будет ли MasterCard использовать технологию блокчейн в обработке платежей.